Полицейским поступил сигнал, что в Курск из столицы приехали два наркоторговца. Они привезли запрещенные вещества, которые спрятали в городе. Арендованный иногородний автомобиль, на котором они передвигались, попал в поле зрения экипажа ДПС. Стражи порядка остановили иномарку и доставили пассажиров в отдел полиции. Сотрудники наркоконтроля изъяли около 30 граммов расфасованного героина. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Приговоры суда они будут дожидаться под стражей.